Что такое виртуальная реальность и можно ли ее попробовать? И это есть в Континенте. Причем в этой виртуальной реальности вы будете не один. Вы будете в компании. В данном случае это бой, причем интересный. Но по сути, если попросить, то можно проехаться и в Лувр, посмотреть Трафальгар Сквер, пройтись по Нью-Йорку днем и ночью, увидеть Тадж-Махал и Кремль. И все это есть. Причем есть еще и достаточное пространство для передвижения. Оба, а то. Но как сказал нам Терминатор устами Арнольда Шварценеггера в Терминаторе 2, мы с детства любим оружие и готовы друг друга уничтожить. Хотя вопрос с моей точки зрения более очевиден. Вам нужна война? Так виртуальная реальность. Определяйтесь там, кто круче. Не надо уничтожать инфраструктуру, мам, бабушек и детей. К слову о наших российских чемпионах, которые разнесли в пух и прах виртуальной реальности. И мы очень даже хороши. Но нацизм и отморозков, коими богата любая нация, не победить. Им нравится укрываться от расплаты и уничтожать невинных. Мы реально далеки от идеала, но, извините, готовиться нужно. И это та же виртуальная реальность. Что мы имеем в данном случае? В данном случае победитель стал не только призером, но и отметил здесь день своего рождения. Сколько раз выиграл? Все, кроме одного. Все, кроме одного? Да. Но понравилось? Очень. По сути, для такого юноши открыта дверь. У него есть все от и до. И пусть он посмотрит материал чуть позже. Я даю такую возможность. Но чему бы я радовался безумно, это умению рисовать и играть на фортепиано. Эти мысли возникают тогда, когда ты видишь более успешных в бизнесе людей, делающих то, что бы ты мог, но этого не случилось. Отчасти понимаешь фильм «День сурка», но это лишь фильм, а хотелось бы музицировать. Близок локоть, а не укусишь. Умение делать многое – вот те мысли, которые вбиваются в голову. Можно ли это понять? Тут, в принципе, разницы большой нет. Чистый троечник научился писать ненавистные тексты. И учится до сих пор. Вот это главное – умение признавать свои ошибки. Если это донести, то он станет спецом. Если нет, то это другая тема. Эту тему мы озвучивали в другом месте. Удовольствие для мозгов – это одно. Удовольствие для тела – а это другое. Что мы будем готовить с тобой? Шашлык. Ты его практически сам приготовишь? Да, практически сам. Мне задают вопрос, как можно сделать такой шашлык. Я вам показываю, как оно. Но, по сути, к цене на мясо плюсуется маринад. А к таким шашлыкам нужно и время. Вот с этим проблемы. Но время для сына есть. Есть и те места, для которых я делаю все для вашего блага. Наше благо – это работать с большим удовольствием для себя, а не ушатывать мысли и тело до состояния спячки. Это не правило. Вот правило другое – отдых для души и для тела. И вот мы приехали сюда, в кафе «Давыд», потому что у моего сына есть дивная часть. И я, во-первых, благодарен Богу нашему, что он мне дал возможность это сделать. Потому что я-то думал, когда на 10 лет, а потом на тот свет. Вы, господин шеф наш, великий и могучий, я на него молюсь, естественно, дал мне эту возможность. А если он дал мне эту возможность, то я вам гарантирую, что я дам не только возможность себе, но я еще и кучу людей, у которых такая дивная проблема, как рак мозга, глиобластома, еще за собой потяну. И мы давайте сделаем так, что будем, во-первых, работать и для сына моего, и для Бога моего, естественно. Ну, Господь Бог на первом месте, естественно. И давать всем абсолютно бесплатно все сведения о моем заболевании. И это все-таки очень хорошо, что мы празднуем каждый Божий день, каждый год рождения, вернее, моего сына.